Дом 47, дом 48 – это одно здание целиковое, соединено хозблоком, то есть фундамент один, все, и все инженерные коммуникации исходили из дома 48. Ну, его отремонтировали, дом 48, и следом же расселили. После этого, ну, расселения там такой, скажем так, вандализм произошел, три лестницы вынесли с первого по четвертый этаж, чугунные. Ноль на массу, потом начали долбить, и кое-как Галина Федорова, глава администрации, потом участковый наш Михаил Борисович Загорает, вот с ними как-то бились, и их отвалили. По пять газелей приезжало там что-то там, мало. Ну, на этом закончилось. Все-таки вот, по охране культурного наследия заложили вот, по второй этаж, а 31 мая как затряслось все здание, а у меня как раз окна выходят туда во двор. Я повернулся, смотрю, я минут пять не видел с 48-го. Вот эта пыль такая стояла. Я думаю, что ж такое? Гляжу, кровля, провал в кровле. Ну, я понял, что рухнуло там внутри все. Ну, вот приехали пожарники, МЧС там, посмотрели, побегали, посмотрели, с третьего этажа заглянули, ну, там... На народном языке было сказано, что случилось, но я скажу так, в общем, все упало до подвала, ну только по-народному. Вот, в общем, с четвертого этажа по подвал все комнаты внутри 48-го помещения, вот крыло левое, рухнули вниз. Осталась только кровля крыши, держится на досках и на чем, не знаю, я так снизу потом посмотрел. Кровля и все, ну и в подвал все рухнуло. Сейчас мы ждем, но они затеивают этот ремонт очередной капитальный. Ну вот увидите, тут какой сделан фасада и газовые трубы заменить. Ну зачем красить лицо, когда сильно-сильно внутри болит, правильно? До фасада. Ну вот мы теперь ждем, как хлопнет, не хлопнет. То есть вот если дверь вот этой хлопает, стены трясутся. Четвертый этаж у нас считается аварийным. Не просто мы с вами считаем, а межведомственная комиссия. Одна семья. А она собственники никак выяснить не могут. Ну, предлагает им 118-е, там, 119-е. На время капитального ремонта. Чего? И получается, мы уже который год живем под топором, то есть четвертый этаж аварийный, а третий, второй и первый живут люди. Места общего пользования аварийные тоже. Места общего пользования аварийные, а комнаты нет. У нас раму видели. Перекрытие аварийное, межэтажное перекрытие аварийное. Это стеклопакеты и все. А ну а как не вставишь? Ну за свой счет мы это все вставляем. Как не вставишь, если они просто вывалились? Да. Волну пустить.